Йоу, друзья, всем привет! Сегодня еду тренироваться на базу Слави с Максимом Туловеровым. Погнали, погнали, погнали! Не знаю, когда уже нормализируется эта погода, но это просто ужас какой-то. Каждый через день дождь, через день холодно, сыро. Блин, ну хочется уже реально такой весны, лета, теплой, чтобы выйти в шортиках, футболочке. Ни о чем не думать вообще, тут стресс полный, реально. Каждый час идет дождь. Ну, блядь, ну это же катастрофа, пацаны. Я вот вышел, еду на базу к Талу, и я понял, как легко удивить людей. Я вышел сразу уже в тренировочном, одел под штаники, шорты, натянул носочки белые, и просто, ну, все люди на меня смотрят. Такое ощущение, как будто бы, я не знаю, инопланетянин какой-то. Вот как легко удивить людей, да? Просто все внимание на меня. Все вот так вот, блядь, кто это? Кто это, блядь? Почему он так одет? А, топово, когда ты подошел и подъехал твой трамвай. Но я считаю, что... Ого, ебать, ну это Эмма чисто. Если вы видели, друзья. А, он уехал. Охуеть. Бежать за ним до другой остановки. Ну что, ждать еще минут, блядь. Угу. Только сказал. Рассказываю вам ситуацию на остановке. Я подхожу и вижу девочку, не Эмма, а Годка. Но она просто, такое ощущение, как будто ее всю ночь били, избивали. Она пьяная, под наркотой. Вся какая-то измазанная чем-то. Лицо стоит вот так просто. Ее трясет, она пьет какую-то воду, ей плохо, блядь. Мне аж страшно, мне тошно, мурашки по коже пошли. И жалко, и не жалко одновременно. Что, я уже на стадионе Славии, я только сейчас понял, что база Славии находится возле стадиона, прям за стадионом. И мне Макс, ну, Толоверов, Тал, пишет в Телеграме: Саня, только ты без меня на поле не выходи. Я говорю, да, бля, сейчас выйду, братан, буду тренироваться, ноунейм, чтобы меня закрутили и увезли в Кутузке. Просто сам факт, что тут можно, ну, то есть, типа, при желании можно пробраться на базу, побежать на поле, хулиганить. То есть, ну, вот тут люди таким не занимаются. То есть, если взять, там, например, Шахтер Донецк базу, да, на Кирша, то там загражденная территория, там хрен туда залезешь, там столько охраны и так далее. А здесь вот просто начинаются поля. Видите, сзади меня. Вот сзади. Добрый день. Добрый. Сзади, о? Ага. Я уже на базе, сейчас буду тренироваться, сниму вам чуть попозже, что мы будем делать. Футболочка тут роз, вообще с кайфом, зеленая поляночка. Погодка шикарная, ни жарко, ни холодно. Кстати, мне Макс подогнал бутсы Пума, сейчас буду пробовать. Но пока что как в носочках, как в носочках. Снимаю бусики, пацаны, Пумы. Пумы это хорошо, но Адидас, блядь, это лучше. Пацаны, без обид. Макс мне заколотил в бутылку воды какой-то препарат, типа, для восстановления, чтобы снизить усталость. Вот, попиваю. Ну, с кайфом. Сразу силы появляются. Пацаны, посмотрите, это только разминка, я уже, блядь, как сука мокрая, реально. Фу, это вам не моторлет, блядь. Бля, ну это такое, это называется, пацаны, черпачок сейчас был такой. Что... Браво, браво. Ну такая, чуть горблевая. Все, было.
пацаны, пока у нас пауза, я расскажу, что, во-первых, у Макса Талаверова самые лучшие диагональные передачи в чешском чемпионате, это 100%, ну, это объективно, реально. А во-вторых, рассказываю историю, мы когда-то с Максом играли в Олимпике, в дубле U21, и я играл левого защитника, он играл центрального защитника, и у нас постоянно была связочка, он мне давал диагонали, я принимал его диагонали, принимать реально, ну, один кайф. Ну реально, они такие пластерки летят, идеальные прям в ножку, так что, ну не знаю, если не принимать Макса передачи длинные, то уже, ну я не знаю, тогда надо бусы на гвоздь вешать. Ребят, тренируем диагональные передачи, если честно, я уже загнался, так, тяжело, но работаем, все идет на пользу. Сейчас попробую от первого лица, специально для вас, да, можешь. Хорошая! Бро, объясни для подписчиков упражнение, которое мы сейчас будем делать. Ты мне вот оттуда отдаешь передачу. Я здесь делаю движение. Одним касанием стараюсь принять и забить. Поехали. Сидеть! А ну примешь? Ай, хорош! Это какой-то местный Роналдиньо здесь у нас подъехал. Пацаны, ну увидели, дурочку от перекладины забил. А вообще скажу свои эмоции, то что нереально круто, полянка просто, ну я просто реально на таких полях в жизни не играл никогда. Такое ощущение, как будто я на мягком ковру дома. Хочется вот здесь, я бы подушечку вот так вот спал бы здесь. Ну было, вратарь не словил, брат. Салфеточки. Друзья, next упражнение, сейчас Макс будет объяснять. Честно, бро, вот так остановись. Остановись. Пацаны, ну смотрите, такое ощущение, как будто парень в Динамо Киеве. Ну реально, ветровка сзади, как будто у Динамо Киева. Мне сейчас чуть-чуть климануло, а тут вах. Славя, красота. Смотри, брат, ты мне вот так тусуемся. Вот да. Касание. Ты мне отдаешь и делаешь движение как защитник. И когда я вижу твое движение, я делаю касание вперед и сразу забиваю. Окей. Да, погнали, брат. Идем работать. Приятная пауза. Приятная пауза. Брал. Здорово. Брал. Просто ради меня на полметра дальше прокинь и посмотришь, как ты забьешь. Окей, давай. Да. Да! Да! Ты ж сказал, брат. А что я радуюсь, блядь? Я не забил. Пацаны, а что я радуюсь? Я не понимаю, я не забил. Ну, кстати, от тала, да, вот реально подсказ рабочий пришел, у меня привычка плохая, то, что если я прокат... Бля, объясни, брат. Ты прокатываешь мяч себе коротко и ждешь его долго, поэтому у тебя нет времени на замах сильный. То есть и... надо больше на 5 метров. Слабо просто летит, и вот ты сейчас прокинул, у тебя дура полетела, ты перекладим слабо. Ну вот, да. Я до этого делал, слабо себя прокатывал, плохой удар. Пацаны, третье упражнение, сейчас буду давать очень жесткие передачи талу. Сколько расстояния? Плюс-минус 7-8 метров. Очень жесткие передачи, чтобы он ориентировался и сумел принимать передачи в сложных ситуациях, как происходит обычно на поле. Поехали. Пацаны, ну сейчас проверим, не растерял ли я свою сноровочку, свой, как сказать. Блять, как это сказать? Свой скилл. Сейчас посмотрим, не растерял ли я свой скилл с челленджа, потому что давно уже не участвовал. Сейчас будем бить, правда, по пустым воротам. Сидит. Представь, что там Джуси. Сейчас попробую пробить. Давай. <с->
ты бьешь со 100 метров, как ты хочешь забить? Пенальти бьешь? Без вратаря тяжело на самом-то деле бить, потому что ну, ты не чувствуешь. Вратарь бы был, знаешь, ты уже видишь, как пробить, куда, какой угол. А так по пустым бьешь, ну просто в рамку. Ребят, ну что, тренировка подходит к концу. Сейчас позадаю пару вопросов Талу. Вообще, что он, как проходит его выходной день после игры. Так что поехали, поехали. Бро, ну что, расскажи, как проходит твой выходной день после игры. Вчера у тебя была игра. Что ты делаешь обычно после игр? Ну, вчера отыграл там минут 10, в общем. Поэтому сегодня вот приехал сюда, утром позвонил тренеру по физподготовке. Он мне там скинул упражнения, поработал в зале минут 40-50 на ноги. И вот сейчас пришел на поле, но это так, для себя индивидуально просто, вот мы с тобой позанимались. Ну, поработали с кайфом вообще, мне очень понравилось. Да, это так, знаешь, не особо усталость чувствуется, как техника какая-то оттачивается, тренируется. Ну, не знаю, когда ты мне давал туда длинные диагонали, ты меня позагонял так, что, я не знаю, у меня 3 пота сошло с меня просто. Я насквозь промок, реально, сейчас на весах минус 2 килограмма. Тал говорит, что он ножки подзагрузил, так что сейчас будем загонять его по перекладинке. Сделаем челлендж с игроком Славии первой команды, пацаны. Тал, давай челлендж. По перекладине. У каждого 5 попыток. Да. На что-то, да, играем? На что-то сыграем? Давай 10 кувырочков тогда. Вот отсюда, отлично. Давай 20. Чтобы закружилась голова именно в иллюминаторе. Давай 50, да? 50? Да. Пацаны, играем на 50 кувырков. Бля, мясо, я тебе говорю, для меня 50 раз кувыркаться, я буду рыгать. Ну, поснимаем тебя. Поснимаем тебя? Давайте, пацаны, челлендж. Друзья, ну что, мячики уже стоят. Сейчас спорим с Талом на Цуефа, кто бьет первые 5 раз. Только сразу, без первых. Наверное, вот это без первых? Ну давай, понимаешь. Давай. Да. А как хочется? Раз, два, три? Да, раз, два, три. Да. Раз, два, три. Ну, я даю тебе первым бить. Хорошо, посмотрю, как соперник бьет, а потом сам буду догонять. На 50 кубков у меня так против Фейнорда руки не трясут. Я не играю, брат. Не сняла. Камера не сняла. Как думаешь, какой на тебя коэффициент сейчас? 2.30. Думаешь? 2.30. Да, на победу. Брат, на победу 2.30. На фарт, брат. Славию снимаешь, да? Хорошо. Брат, на фарт. Челленджи все-таки, вот кто специализируется по Пару я слов. Не буду, нет, я не буду куркаться 50 раз, я не буду, блядь. Я не знаю, но для меня у меня вестибулярный. Я когда, вот, знаешь, был челлендж, помнишь, 30 да, раз да. крутиться возле мяча, брат, ну все, я потом неделю, мне еще плохо. Так вот 50 раз куркаться, ну что? Ну давай. Не знаю. Считать мне? Ну давай, ты считай, да, наверное. Давай. Один. Ай, мне уже два. Плохо, вы что, гоните? Три. Четыре. Пять. Тридцать три. Давай разворачивайся, наверное, и в ту сторону. Вообще хуёво, блядь. Хуёво, брат. Я рыгать буду. Я не хочу ни хуя сейчас. Давай 17 еще. 16. 15. 14. Ай! Все, рыгаю. Все, брат, рыгаю, реально. Ты давай только не на поле. Я что-то тренируюсь. Все, пиздец. Ха-ха-ха.
Все, вырубаем потом. А я слышал, ты там на камерку говорил, погоняем Тала сейчас. Он ножки себе подкачал там. Да, брат, души реально. Все, да? Тренировка заканчивается? Вот так ударь по камере. Пацаны, сейчас заходим на стадион. Макс, расскажи, что это вообще за помещение? Это въезд в паркинг. Вот охрана сидит. Ну сюда вы постоянно заходите, да? Нет, вот сюда заезжают машины постоянно. Вот. И вот слева парковка. Там выход на стадион перейдите сейчас. Я всегда сижу там вот где-то. Правильно? Да. Я всегда сижу где-то там. И, ну, блин, зайти сюда, ну, очень атмосферно. Типа, ну, просто кайф. Да, хочется смотреть вечность, реально. Какая атмосфера чувствуешь? Очень, тут такая тишина, да? Да, я в душе так как комфортно, но лично мне. Очень, я смотрю, и мне вот просто хочется стоять и смотреть молча. Погнали. Чтобы вы понимали, друзья, я сейчас сижу, жду Макса, пока он переоденется. Но меня до сих пор тошнит после этих кувырков. Отвечаю, вот здесь какое-то вот чувство такое неприятное, как будто бы сейчас рвану. Ужас. Так не хотел проигрывать. Больше никогда в жизни на кувырки не буду играть, вот клянусь. Короче, в музее славы здесь написано рост футболистов. Лионель Месси, Йохан Кройф, Ривалдо, Роналдо, Златан Ибрагимович. Брат, ну ты как... Брат, ну ты выше Ибрагимовича. Ну вот, это наш музей. Шахтер Донецк? Приятно, приятно увидеть. Я только что был внутри базы Слави, в раздевалке. Мне Макс подарил вот такой, ну как подарил? Подарил или блядь, дал просто? Дал, просто, блядь, подарил. Дал вот такой пауэргель, но вкуснее гели я не пробовал. Да я вообще гели не пробовал. Это такой пауэргель топовый, если честно. Там просто внутри нельзя было снимать, но я получил какой-то оргазм. Такое ощущение, как будто побывал на базе Манчестер Сити. Друзья, и после тренировочки через дорогу от стадиона мы пришли покушать в заведение. Так что хороший день сегодня был. Ты игнорируешь, как я сёрбаешь? Хотел закончить ролик, Макс специально берет и сёрбает. Действует мне на нервы. Хочу закончить ролик, мы будем кушать. Спасибо за просмотр, друзья. Я надеюсь, вам очень понравилось. Я всегда говорю, я надеюсь, вам очень понравилось. Да, блин, 100% понравилось. Контент хороший. Прикиньте, дайте мне еще, не знаю, профессиональные камеры. Да я бы вообще разъебал. Так что, пацаны, нам приятного аппетита. Спасибо за просмотр.